Добрый вечер всем подписчикам и зрителям моего канала «Одесса», 13 октября. Появилась официальная информация, сообщают о том, что сегодня оккупанты атаковали с акватории Черного моря крылатыми ракетами типа «Калибр» объекты критической инфраструктуры. 4 ракеты сбили, а одна из выпущенных ракет прилетела по военному объекту во Львове. Обошлось без жертв, по официальной информации. Также сообщают о том, что одну из ракет удалось сбить силам противовоздушной обороны в нашей, в Одесской области. Напомню, была масштабная воздушная тревога, были запуски калибров с акватории Черного моря, пролетали все 4 ракеты над Одесской областью, и все они полетели на Западную Украину. Работала ПВО в Тернопольской области, в Ивано-Франковской и во Львовской. Также сообщали о взрывах в Ровно, но, возможно, и там тоже сработало ПВО. Прямо сейчас, друзья, записываю для вас видео, и началась в Одессе воздушная тревога. Пока информации никакой нет, откуда идет угроза, вот, но лучше пройти в укрытие. Всем мирного неба, не забывайте подписываться, до встречи, пока.